Женщина, стойте! Не надо в яму заглядывать! Не надо! Не надо! Я предупреждал. Ну, присядь. Мы же по одному дежурим. Садись. Территория большая. Пока обход делаешь в одном конце, эти поганцы в другом безобразии. Успокойся. Повадились сюда чуть ли не каждую неделю. Пакость. Пожалуйста. А в полицию звонили? Ну, а как же? Полиция их на той неделе так шуганула. Ну вот, вероятно, они и решили отомстить. Видишь, чего натворили? Другие могилы тоже раскапывают? Нет, разрисовывали, да, или опрокидывали. Но до такой мерзости первый раз дошли. Понимаешь, могилу раскопали, гроб открыли, а на тело какую-то дрянь вылили. Я полагаю, это кислота. Аж до кости все сожгло. Вы подробности будете излагать полиции тогда, когда она приедет, хорошо? До тех пор ничего здесь не трогать. Порядок наведете потом. А я предупреждал. Верочка, пожалуйста, я прошу тебя, возьми себя в руки. Дмитрий Николаевич, вандализм не мой профиль. Но я не мог игнорировать просьбу руководства, поэтому приехал. Вы предлагаете мне расследовать убийство вороны? Чучело. Вот это чучело. Скажите, а ворону в гроб подбросили? Да я вам говорю, точно сатанисты. Они, считай, половину кладбищенских ворон истребили. Вот, вот именно. А в культовых ритуалах в качестве жертвы приносят живые существа. Угу. А вот это вот все, вот это имитация обряда. Это подделка. Восхищаюсь вашей богатой фантазией. Кому это надо изображать сатанистов? Ну, тому, кто хотел избежать эксгумации тела Изольды Горегляд и повторной экспертизы. И вы же сами видите, установить происхождение травм теперь невозможно. Это же... Да. Ну, да. Экспертиза бессмысленна. С этим соглашусь. Ну, вот. Значит, приобщите к делу. Что? Правильно? Что приобщить? Чучело? Ну, почему чучело? Показания сторожа? Ну, ладно. Версия ваша, конечно, сомнительна. Премию за нее мне не выпишут. Но кто-то же должен бороться с вандалами. Ну. Я заступаю на дежурство в 6 утра. Я прослежу за тем, чтобы здесь все было приведено в порядок. Не переживайте. Спасибо вам большое. Знаете, мне вот вся эта ситуация напоминает одну книгу про контрабанду алмазов в Южной Африке. Мы ее нашли с Борей в шкафу Изольды Павловны. С этого момента поподробнее, если можно. Там могилу графини раскапывают в поисках алмазов. Потом изображают сатанинский ритуал. И даже подбрасывают чучело вороны. Ты это увлекательное произведение дочитала? Ну да, роман так себе. Кто искал эти алмазы, ты помнишь? Да. Любовник графини, которого она шантажом заставляла возить контрабанду. Это очень интересно. И как называется произведение? «Алмазные слезы камня». Послушайте, я очень сильно сомневаюсь, что мама читала такие книги. Читала. Там много книг. И везде пометки от руки. Почерк Изольды Павловны. Где сейчас эти книги? Дома у Веры. Мне их нужно увидеть. И все книги одного автора. На полях везде заметки. Мэри Блэквин. Да, вижу. Что здесь? Не был он моим любовником. Идиотка ревнивая. Восклицательный знак. 3 штуки. Ну вот, и все в таком духе. Да. Какое знакомое лицо на обложке. Но я не могу вспомнить. Верочка, ну, наверное, ты просто видела у Изольды Павловны. И забыла. Да нет, вряд ли. Слишком много общего для случайных совпадений. Да, Изольда Павловна изучила эту литературу весьма и весьма внимательно. Что и мне, похоже, придется сделать. Еще надо бы раздобыть информацию по автору. Почему-то ведь именно он заинтересовал Изольду Павловну. Почему? Дмитрий Николаевич, да. Я автора возьму на себя. Возьми. А вы, пожалуйста, не отвлекайтесь и вытащите Борю из тюрьмы. О. Я, поверь, этим и занимаюсь. Исключительно этим. Кстати говоря, я попросил раздобыть и распечатать фото подельников Седова по старым делам. Хочу их показать
водителя, ну, чтобы опознал. Надеюсь, опознает. То есть вы думаете, этот Юрий мог видеть настоящего убийцу? А чем черт не шутит? Вполне может быть. Ну, вы поймите, что седой, фигура сама по себе вполне заурядная. И, очевидно, у него есть кто-то, кто ему дает советы, направляет. То есть подельник. Вот, если мы этого подельника найдем, то будем считать, что половина дела нам сделана. Так что… Не утруждайте себя. Не надо. Я дойду. Верочка! А? Смотри, что я нашла. Сайт Мэри Блэквин. Вот здесь все ее книги. Я сейчас скачаю. Так. Хотя это не надо. Тут половина путеводителей. Подожди, подожди. Вот ты можешь мне поближе показать вот этот? Ага. А следующий? Вот. Здесь целая серия путеводителей. Сейчас, подожди, не закрывай сайт. Водители по городам, из которых Эмиль слал мне письма. Точно. Это же фото с обложек. А ты нашла фотографию этой писательницы? Нет. Я попыталась, но есть только фотография с обложки. Она очень маленькая, еще не цифровая, а старенькая. Но в хорошем качестве. Сейчас увеличу. Что? Это тетя Ангелина, только совсем молоденькая. Да ты что, ты уверена? Да, но у меня сейчас сердце выскочит. Тише, тише, Верочка. Ты точно уверена? Ну, жалко, нет вашего альбома, не с чем сравнить. Это известная фотография. Это известная фотография из альманаха сейчас. Шахматное обозрение. О, боже мой, у нас подшивки есть, я сейчас принесу. Шахматная. Представляешь, первый раз пригодилось это старье, которое мама всегда запрещала выбрасывать. Шахматное обозрение. Дана, помоги. Здесь нет. Вот! Шахматная королева, победительница республиканского первенства Ангелина Горигляд. Значит, мама узнала сестру по фото, начала скупать ее книги, внимательно их читать. Обалдеть. Представляю, как тетя щелкает по клавишам. Я поняла. Верочка, что с тобой? Какая я была дура. Да что происходит? Мама была права. Это был не Эмиль. В каком смысле? Дана, я знаю, кто отправлял мне открытки. Кто? Это была тетя Ангелина. Точно. Они же напечатаны на машинке. Это она писала, чтобы я не чувствовала себя одинокой и брошенной, заботилась столько лет. Надо ехать к тете Ангелине. Клавдия Сергеевна, здравствуйте. Ой. Стали забывать вы нас, архивных мышек, Дмитрий Николаевич. Ой, спасибо. Без вас следствие никуда. Ой. Держите. Ну, зачем было тратиться? Я и без этого для вас все подготовила. Да. Ну, показывайте. Показываю. Вот они. Подельники Седова В.В. Так, ну вот этих троих можно в расчет не брать. Потому что вот этот сидит, а эти двое уже на том свете. Понятно. Так что вот. Ну, я, с вашего позволения, возьму всех. Ну, конечно, забирайте. Я же специально для вас старалась. Все вот откопировала. Спасибо вам. А вы заглядывайте к нам почаще, Дмитрий Николаевич. Непременно. Непременно. Клавдия Сергеевна.
Сейчас тетю Ангелину не узнать. Настоящая леди. Раньше другой была? Да, совершенно другой. Тихой, неприметной. Сядет где-нибудь в углу и целый день шахматы переставляет. Ходила за мамой как тень. Слушалась ее беспрекословно. Трудно себе это представить. Да. И когда тетя осталась в Англии, мама буквально слегла и так и не смогла ей этого простить. Ну, видимо, Ангелина ее сильно задела. Да. У них были сложные отношения. Но меня тетя любила, баловала, подарки мне с турниров привозила. Ты представляешь, Дана, это ведь столько лет прошло, а она все это время помнила обо мне. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у вас остановилась моя родственница Ангелина Григлят. Она из Англии. Туда. Тетя Ангелина, это Вера. Тетя Ангелина. Там вода бежит. На пол. Ангелина Павловна, откройте! Тетя Ангелина! Девушки, прекратите стучать. Что случилось? Послушайте, у меня там моя родственница, я волнуюсь там. Вода на пол бежит. У вас есть ключ? Сейчас посмотрим. Открывайте. Пожалуйста. Сейчас, секунду. Тетя Ангелина! Скорую вызывай. Боже мой, я... Скорую вызывай! Сейчас. Давай, осторожней. Кладите. Сейчас. Сейчас. Отходите. Добрый день. А где Юрий? Увели. Кто увел? Медсестра на процедуру. 2 часа уже жду. Ну что ж, подождем вместе. Да нет, спасибо. Как ваше самочувствие? Ничего. Ничего. Бодрое. Бодрое. Тогда я отниму буквально минуту вашего времени. Посмотрите, вы. Возьмите, подойдите ко мне. Вы узнаете кого-нибудь из этих людей? И вы возьмите. А кто все эти люди? Это друзья, товарищи вашего шефа Седова. А. Вы могли видеть кого-то из них? Ну, вот, его. Да, он сел на заднее сиденье, а Седов попросил меня сходить за водой. Ясно. Благодарю вас. Да не за что. Поправляйтесь. Ну как ты? А то я переживаю. Да. Нормально. Так долго у тебя сегодня эти процедуры? Ну, ничего, скоро выпишусь. Это ваша родственница? Да. У нее полис есть? Это моя тетя. Полиса нет. Она приехала из Англии. А, иностранка, значит? Да. Тогда поезжайте вместе с нами и не забудьте документы вашей тети. Дверь открывай. Я сбегаю. Спасибо. Я за паспортом. Николаева Нина. Ну что? Что с тетей? Она жива? Это не моя тетя. Что это значит? Я в номере нашла ее настоящий паспорт. Она не та, за кого себя выдает. Так, прекрасно. Полицию вызвали уже? Да. Да. Нужно срочно осмотреть номер, пока это дело не превратилось в очередной несчастный случай. Можем это сделать сейчас? Можем? Да. Пойдемте.
Так, можно вас попросить? Ничего здесь не трогайте, а лучше выйдите, пожалуйста. Пожалуйста. Телефон на дне. Значит, декорация такая. Женщина переусердствовала со снотворным, затем отправилась в ванну, там уселась благополучно, увлеклась интернетом, заснула и все. Захлебнулась, утонула. Несчастный случай? Не совсем. Вот скажи мне, вот это... Что это такое? Салфетка. Я делала ей искусственное дыхание. Нет, это я понимаю. Помада чья? Твоя? Нет. Ее помада. На стакане помады нет. Значит, получается, что она приняла снотворное, да? Запила его водой, затем накрасила губы и отправилась принимать ванну. Ну вот скажите, вам, женщинам, виднее, вы перед тем, как принимать ванну, пользуетесь губной помадой? Нет. Нет, я тоже нет. То-то и оно. Значит, преступник напоил ее снотворным, затем раздел и посадил в ванну. И все, казалось бы, предусмотрел. Кроме губной помады. Угу. Но он явно не дурак. Своих отпечатков пальцев он не оставил наверняка. И что, это тупик? Надеюсь, нет. Если она выживет, думаю, покрывать преступника она не станет. Уверен, что она его знает, иначе бы никогда не открыла дверь в номер. Ну что? В салоне никого. И Мила до сих пор не вернулась. А вы же сегодня были у Юрия. Вы нам не рассказали, как он? Юрий, на мой взгляд, прекрасно. Он даже опознал одного из подельников Седова. Так это же отлично. Ну, как сказать. Подельник этот умер 3 года назад. Так что видеть его Юрий вместе с Седым никак не мог. Мальчик мог ошибиться, он все-таки ранен. Мог и обознаться. Но интересно другое. Когда я вошел в палату, Юрия там не было. Его девушка сказала, что он на процедурах. А медсестры утверждают, что никаких процедур в тот день не проводили. Ну, наша Мила могла что-то перепутать. Она у нас... Ну что? Может быть, все такое, конечно, но что-то с этим Юрием не так, на мой взгляд. Нужно выяснить, что. Тюзя, зарплата. Даже у ведущих артистов кот наплакал. И поэтому я всегда на подработку соглашаюсь. С радостью. А мужчина был импозантный, и гостиницу он оплатил, и одежду принес. Вот посмотрите, этот? Нет, этот старый и простоватый. Какую же роль он вам предложил? Богатой родственнице. Он сказал, что тетка гордая. Деньги просто так не возьмет, поэтому он очень хочет ей помочь и выкупит ее квартиру. Зачем ему понадобилась наша квартира? Милочка моя, вы что, не соображаете вообще? Я когда туда вошла, сразу поняла все. Там потолки под 4 метра, 2 лоджии, место расположения. Я сразу раскусила этого черного риэлтора. И стали его потихонечку шантажировать, да? Вы о чем говорите? Я сразу захотела звонить в полицию. А он решил меня уничтожить. Я чудом выжила. Может быть, вы узнаете кого-то из этих людей. Вот посмотрите. Нет, это все пожилые люди. А он был молодой. Такой спортивный. Прямо хоть в рекламе снимай. Да, это он. Ну, уже лучше. Пойдемте на процедуры.
Спасибо. До свидания. Значит, так, я вам отправлю фотографию Юрия. Хорошо. Нужно будет поспрашивать соседей. Может быть, кто-то его видел в день убийства Изольды Павловны. А я к следователю. Нужно к делу добавить эпизод о покушении на убийство. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Знакомься, это наша соседка Людмила Ивановна. А это Дана, очень хорошая знакомая нашего Бори. Верочка, примите мои соболезнования. Изольду Павловну очень жалко. Спасибо большое. И еще хорошо, что я спохватилась, иначе весь дом бы взлетел. Простите, а вы откуда узнали, что газом пахнет именно из квартиры Веры? Там и гадать было нечего. Перед этим около вашей квартиры газовщик крутился. Я в глазок видела. Мы никого не вызывали. Наверное, авария была. МЧС сказали, что нам повезло, что они были рядом. Иначе газ бы взорвался. Скажите, а не этого газовщика вы видели? Нет. Хотя, вот точно не скажу. Я только со спины его видела. Ладно, девочки, я пойду. Да, до свидания, Людмила Ивановна. До свидания. До свидания. Верочка, ты поднимайся. Я хочу в МЧС съездить, спросить. Если бригада приехала рано, они могли видеть этого газовщика. Давай я с тобой, я… Нет. Все, тебе надо отдыхать. Если я что-то узнаю, я сообщу. О, я к вам, я к вам. Добрый день. Вот это вот ходатайство об изменении меры пресечения Горегляду Б.Э. на подписку о невыезде. Держите. Горегляд задержан по подозрению в убийстве гражданина Седова. В связи этого преступления с покушением на актрису Николаеву я не усматриваю. Связь в том, что оба преступления совершило одно и то же лицо. Водитель Седова. Это лицо имеет алиби на момент убийства Седова. Он что, сам себе голову раскроил? Ну что ж, вы не знаете, что в случае самоповреждения в следственной практике не редкость, всякое может быть. Какой мотив у законопослушного гражданина убивать рецидивиста Седова? Мы биографию Юрия проверили. Может быть, вы недостаточно проверили, что-то упустили. Дмитрий Николаевич, давайте будем откровенны. Из органов вас, мягко говоря, попросили. Вы что, решили объявить войну Следственному комитету? В каком смысле? Любое удобное происшествие будете увязывать со своим делом? Положение вашего подзащитного это не улучшает, уж поверьте. Видите, в двигателе копается. К нему подойдите. Спасибо. Здравствуйте, можете помочь? Конечно. Как не помочь красивой девушке? 5 дней назад вы были на вызове на Дубининской. Там пожилая женщина газом надышалась, помните? Было дело. Ребята говорили, что бабуля в итоге померла. Да, не успели спасти. Скажите, видели вы этого человека во дворе? Он мог быть в спецовке газовщика? В спецовке газовщика? Нет, не видел. Точно? Ну, посмотрите, повнимательнее. У него сейчас стрижка, короче, и… Хотя, подождите. Да, я его видел, только он был в обычной одежде, с сумкой. С сумкой? Да, чуть ко мне под колеса не залез, когда я во двор въезжал. Так, значит, спецовку он положил в сумку. А вы это сможете в полиции повторить? Только ради вас, если мне отгул дадут. Дадут? Я договорюсь. Дмитрий Николаевич, это Дана. Есть свидетель, который видел Юру во дворе в день смерти Изольды Павловны. Дана, куда вы все подевались? Я одна тут зашиваюсь. Ты тоже отпрашивался. Скорее бы Юра выписался, и мы уехали. Так хочется позагорать на песочке. Далеко собрались? На Гавайи. Юра путевки купил. Мы как раз распечатывали анкеты на визу, когда компьютер полетел. То есть он в тот вечер был здесь, с тобой? Да, что тут такого? Он не нашел, где напечатать анкеты, и пришел сюда с флешкой. И Вере ты при нем звонила? Ну да. То есть Юра знал, что Борис перед открытием придет чинить компьютер, так? Так. Милочка, я тебя прошу, будь осторожна со своим Юрием. Он не так прост. Возможно, он вообще преступник.
Ты просто мне завидуешь, что у меня такой классный парень. Каждый мужчина немного преступник. Готовый украсть женское сердце. Здравствуйте. Здрасте. Получается, он все знал заранее. Это он сломал компьютер и подставил Бориса. Это все понятно, только это не повод обсуждать дела с посторонними, потому что эта девица вполне может оказаться с ним в сговоре. Да нет, Мила не тянет на преступного гения. На преступного гения, может, и не тянет, а на сообщницу гения вполне. Ну да. Он эту болтливую дурочку мог и вслепую использовать. Угу. Рад, что понимаешь. Все. Поняла, я теперь в рабочее время молчу, как рыба. Если Юрий убил Седова за несколько минут до прихода Бориса, значит, он должен был себе подготовить пути к отступлению. А если так, то окно? Нет, не сходится. Что? Окно было закрыто изнутри, когда полиция приехала. Ну, так следователь сказал Вере. Да? Ну, следователь сказал, а мы проверим, пойдем поищем камеры наблюдения, может, повезет. Папка. Спасибо. Привязать ее к себе, что ли? Так, офисов нет, торговых точек тоже не вижу. Но камеры где-то должны быть. Угу. Давай-ка ты двигайся налево, я пойду направо. Встречаемся здесь. Я думаю, что ты каблуки натянула и можешь теперь крутить-вертеть. Слушай, мужик, не выноси мозг, а? Слушай, я девочка, где хочу, там и паркуюсь, а? Почему я, народный артист всего Советского Союза, каждый раз, приезжая домой, должен объезжать твое корыто? Ты правила парковки знаешь? Хотя какие правила? Права-то, небось, подарили или заработала? Ты что творишь-то? Знаешь что, я не знаю, какой там народный, заслуженный, выступать теперь будешь не в театре, а в суде. В суде доказательства нужны. А? Доказательства? Какие доказательства? Там видеорегистратор есть. Он всю неделю снимал. И наш разговор с тобой сейчас тоже. Угу. Дмитрий Николаевич, срочно сюда. Это кто? Гадость. Есть камера. Наташ, и два сахара. Хорошо. Наташенька, давайте я сам. Ну, хорошо. Спасибо. Добрый день. Опять вы. Угу. Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели одно забавное видео. Что он придумал? Хитро. Он придумал окно закрыть. Я полагаю, теперь невиновность Григлят очевидна, и его можно выпускать. А вам остается только поймать настоящего убийцу и записать раскрытие преступления на свой счет. Киношедевр с видеорегистратором. Открой давай. Мне путь к свободе. Борщик. Давай, ешь. Белый черный, пока горячий. Пирожок. А может, сметанки тебе? Да. Сметанки? Я сама бы поела. Да сейчас я поем. Ну, присядь. То есть как? Вкусно? Спасибо. Очень. Понял. Следователь звонил. Юрия задержать не удалось. Как? Вот так. Ну, мы же за них все сделали.
Получается, им вообще доверять нельзя. Это очень плохо. Да уж, хорошего мало. Я не могу понять, в каких отношениях были Седов и Юрий. Зачем Юрию было убивать Седова? Очевидно, Седов взял молодого, крепкого парня себе в помощники. А тот в какой-то момент вышел из повиновения, просто решил стать главным и Седова убрал. Чего же нам теперь ожидать? Этого я не знаю. Но ясно одно. Где именно находятся камни, преступник не знает. Он убежден, что где-то здесь, в этой квартире. Значит, он продолжит поиски. А это уже значит, что вы с Борисом в большой опасности. Но ведь я… Я подниму. Где веник? В ванной. Вся моя карьера, вся жизнь раскололась об это проклятое дело. Где-то я не докрутил. Можно я подмету? Осторожно. Вера, аккуратно. Дмитрий Николаевич, может, мы найдем какой-то намек в маминых бумагах? Она даже приближаться к ним запрещала, боялась, что я выкину что-то ценное. У мамы все было в строгом учете. Можно вздохнуть? Да. Пойдемте. Сейчас. Вот здесь и помогите мне, пожалуйста. Ой. Извините, бога ради. Нет, ничего. Простите. Можно? Позвольте? Да. Эти фотографии, смотрите, словно ждали, когда их найдут. Вот этот человек. Вот он тоже проходил по бриллиантовому делу, был фигурантом. Служил по дипломатической линии. Эмиль Гончаров. Что с ним случилось? Он умер. Умер. Остались жена и ребенок. Жена ничего не знала о делах мужа. Жена? Ребенок? В поступившем в прокуратуру анонимном письме он указывался как курьер. Человек, который перевозил краденый бриллиант из рубежа. Вот так. Сестра окончательно чокнулась. А что с ней не так? Один красавец мужчина вскружил ей голову. Тебе мало веры? Изольда, у меня даже мыслей не было. Мысли я читать не умею. А вот камни придется перевозить тебе. Изольда. Решение принято. Ты с ума сошла? Одно дело найти покупателя, а другое самому тащить контрабанду через границу. Да меня со службы вышибут и посадят. Милый мой, а ты о службе думал, когда мою Веру в постель затащил? Бабушка меня в 40 лет сделала. Благодарности ждешь? Я уже сказал Вере, что я женюсь. Жене тоже сказал? Скажу завтра. Эмиль, ты меня знаешь. С моими связями одним выговором за аморалку не отделаешься. Вылетишь со службы, даже в Монголию больше никогда не поедешь. В общем, спрячешь камни в дипломатическом багаже и получишь шанс проскочить безнаказанно. Я не смогу. Сможешь. Ты ведь один камень уже провез. Показывал покупателю. Кстати, где он? А я себе его оставил, как премиальный за риск. А-а-а. Ты ведь себе тоже один оставил, не так ли? Я намерен жениться на Вере. Это серьезно. По поводу Веры поговорим, когда вернешься. А пока подумай, как спрятать камни. Времени у тебя до утра. Ангелина? Мне нужны бокалы. Вот, возьми. Ну.
кто же все-таки написал письмо в прокуратуру? А письмо было подписано случайным именем, взятым из справочника. И почерк изменен, писали. И все-таки кто это сделал? Ну, как бы человек не стремился изменить свой почерк, сделать это очень сложно. Графологи установили, что письмо написала Ангелина Горегляд. Тетя Ангелина? Но зачем ей это? Возможно, она рассорилась с мамой и написала, чтобы досадить. Факты из письма частично подтвердились. Ты знаешь, я все-таки не понимаю. Ну, хорошо, допустим, ты списал меня со счетов, ладно. Ты не подумал о сыне. Но ты загубил такую карьеру, Эмиль, такую карьеру ради какой-то сопливой девчонки? Я сама подам на развод. И завтра же уеду к маме. Следователь Шульгин, вот постановление на проведение у вас обыска. Где в данный момент находится ваш супруг? Бывший супруг. Там. Пожалуйста. Вперед. Оружие на пол. Руки за голову. Бросай пистолет, не дури. Эмиль, ты что, не надо? Осторожно, осторожно. Присаживайтесь. Нам удалось изъять образец предсмертной записки. Дипломат признавал факт контрабанды, но, собственно, ничего больше. А любовницу мы не искали. Да и смысла не было в этих поисках уже. Столько лет я ничего не знала. Что с вами, Вера? Это ошибка. У Эмиля не было жены. Мы только собирались пожениться перед рождением Бориса, но не успели. Он уехал. Или я так думала? Так это вы. Держите. Держите. Спасибо. Значит, мы с вами знакомы столько лет. Это вас я тогда встретил в сквере. И из-за вас я упустил свой объект наблюдения. Он ускользнул. Да. Вы тогда мне свой платок отдали, а я вам его не вернула. Я подумала, что вы шпион. Шульгиным бегали, как гончие. Сервировали им этого Юри на блюдочке. Они в последний момент взяли все и упустили. Ну ничего, будем действовать сами. Что ты еще придумала? Ловить его самостоятельно, как щуку на живца. Юрий ищет бриллианты и наверняка следит за нами. Думаешь? Уверена. Если мы найдем камни первыми, это будет хорошей приманкой. Я уже начал искать эти брюлики. Как? Давай рассказывай.
Только маме не говори. В камере я прочитал пару романов Мэри Блэквин. В каждом есть подсказки. Как ты догадался? Не я догадался. Бабушка догадалась. Она делала пометки в романах. Искала ключи, как в квесте. Здорово. Но книг много, придется повозиться. Нет, это долго. Нужно быстрее. У меня есть идея получше. Нам нужно найти настоящую Ангелину и спросить у нее. А если она не захочет разговаривать? Она же не просто так уехала. Ну, а ты не признавайся сразу, что ты родственник. Представимся издателями. Напишем литературному агенту Мэри Блэквин. Там на странице есть ее адрес. И что мы ему напишем? Не знаю. Что хотим напечатать биографию шахматистки Гарри Гляд. А там вотремся в доверие, войдем в контакт. Все. Тебе никто не говорил, что ты слишком красивая для такого светлого ума? Я верила, что Эмиль жив. Что он вернется. А он обманщик. Он действительно собирался подать на развод. В этом он тебя не обманывал? Не обманывал? Мало того, что был женат, еще оказался жуликом и подельником мамы. Я понимаю, что это тяжело принять. Но это пройдет. Погоди. Так у Бориса есть брат. А что с ним сейчас, не знаешь? Нет, я не знаю. Но узнать можно. Я поспрашиваю, и мы его найдем. Я поняла. Я хочу расстаться с прошлым. Поедешь со мной к ювелиру? Я хочу продать кольцо мамы и то, что подарил мне Эмиль. Он тебе подарил кольцо с камнем? С бриллиантом? Да. А где оно? Я могу на него взглянуть? Да, но оно в салоне. Вера, ты серьезно? Да. Подожди меня, я быстро. Вера, я не понимаю, почему ты не положила кольцо в депозитарий? Мы же договорились с тобой. Ну, потому что у нас очень хороший сейф. Мама купила его на ликвидации какого-то банка. Ну, нельзя держать бриллианты там, куда проникал преступник. Это очень опасно. Нельзя этого делать. Ну, я думала, что так будет лучше. Вера. Мне теперь совсем страшно. У меня такое чувство, как будто бы за мной все время следят. Ну, я рядом. Не волнуйся. Все будет хорошо. Я сейчас. Алло, кто это? Ты должна вернуть бриллианты. У меня их нет. Не надо врать. Верни то, что тебе не принадлежит. Все до последнего камня. Два бриллианта уже у меня. Жду остальные. Я не знаю, где они. Найди и верни. Иначе все, кто тебе дорог, умрут, как и твоя мать. Нет. Нет, нет. Но смерть я придумаю им не такую. А позвонишь в полицию, накажу. И прогони своего адвоката, если, конечно, не хочешь полюбоваться на его труп. Я все сделаю. Я все сделаю. За тобой следят. Видят каждый твой шаг. Поэтому выброси телефон. А я свяжусь с тобой, когда потребуется. О, Боже мой, о, Боже. Я передумала продавать камни.
И оценивать тоже. Но мы же хотели их хотя бы сравнить. И ювелир ждет. Оставь меня, пожалуйста, я очень устала. Что случилось, Вер? А? Ничего. Как ничего? Я же вижу, что-то произошло. Ничего не произошло. Ну, я не понимаю. Пожалуйста, оставь меня. Вера. Я хочу побыть одна. Ну, давай я тебя хотя бы отвезу. Нет. Нет.